В Лондоне открылась выставка работ выходца из Советского Союза художника Олега Целкова. Экспозиция под названием «Альтер-эго» разместилась в галерее Alan Zakheim Fine Art. Часть из 20 представленных здесь произведений написаны автором примерно 2 десятилетия назад. Другие картины датированы 2011 годом. Нынешняя выставка стала 4-й для мастера. Я уже пишу картины, значит, в течение 65 лет ежедневно. Сколько же можно было написать картин за 65 лет ежедневного труда, усердного при этом. И сейчас продолжаю усердно, ежедневно писать картины. Организаторы называют Целкова одним из самых влиятельных и высоко ценимых художников поколения. Из-за своих провокационных работ он был вынужден покинуть СССР в 1977 году. Впервые картины Олега я увидел около 3-4 лет назад. Позже я с ним связался и решил организовать выставку. В его картинах просматривается множество политических посланий, и, как я думаю, в том числе из детства Олега, когда он рос в Советском Союзе. В настоящее время многие работы художника находятся в собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Амстердама, Йокогамы, Нью-Джерси и в других крупных государственных и частных коллекциях по всему миру. Нынешняя выставка приурочена к 80-летию Целкова и продлится в Лондоне до 28 ноября. Григорий Зименков, ТАСС ТВ, Лондон.